Я думаю, что, наверное, новогодние праздники мы проживем относительно спокойно, без каких-либо сильных эпидемических потрясений. Но дальше будет все зависеть от того, как мы будем сами себя вести в эти праздники. Если нам удастся избежать массовых мероприятий, корпоративов, значит, каких-то массовых гуляний, то я думаю, что пятая волна все-таки нам где-то светит не раньше, чем в конце января. Если нам захочется более активно отдыхать в эти праздники, то я думаю, что у нас будут все шансы получить ее где-то уже к середине января.